Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая посылочка. Это посылка из Алиэкспресса. И здесь у нас должен быть, надо аккуратненько его, должен быть рюкзак для моей племянницы. Она сама его выбирала. Продавец отправил быстро, пришло все быстро с Алиэкспресс. Ссылка будет в описании. Такой красивый портфель или рюкзак, не знаю, как правильно назвать. Тоже положили подарок. А нет, это этикетка. Вот так выглядит. Давайте распаковывать и смотреть. Пакет на молнии. И ух ты. Получается, комплект идет. Комплект вот такой вот мешок для обуви спортивной. Давайте его сразу распакуем. Ткань такая прикольная, классная. Блин, если бы в моем детстве были такие... Не пахнет. И здесь есть внутри вот такой вот кармашек еще. То есть сюда положить, наверное, носки можно. То есть обувь, носочки положил. Вот. Такой вот. Для обуви откладываем. Далее пенал для ручек карандашей, такой вот тоже прикольного цвета, и внутри просто вкладочка, чтобы он не мялся. И давайте посмотрим на сам рюкзак. Рюкзак, ну, классный рюкзак. Здесь вот эта вот спинка специальная, жесткая, ручки, вот эта вот петелька, передний кармашек довольно-таки неплохой. На всех все эти, на резиночках с такой пластиковой штукой. Ну, прикольно сделано, в общем, сейчас покажу на эту камеру. Вот такие вот классные штучки. Вот, ну и давайте посмотрим внутри. Внутри тоже все прикольного цвета, такого коричневого. Здесь у нас идет кармашек для, не знаю, блокнотика, для ручек и, нет, ну, наверное, для телефона, скорее всего, кто блокнотики в наше время использует. Вот, здесь... Еще один такой карман большой. Сюда, наверное, планшет или что-нибудь сюда. Ноутбук небольшого размера вставить. Вот, с резиночкой он закрепляется. Потом последний карманчик вот здесь. Неглубокий. Для, наверное, ручек, карандашей и так далее. То есть, ну, либо фонарик. Я... В своей сумке здесь ношу фонарик и нож универсальный. Вот, ну и такой вот карабинчик здесь прицеплен. Сюда можно цеплять ключи или еще что-нибудь. Ну, очень продумано, очень функционально. Давайте покажу вот такой карабинчик. Карманчик. В общем, крутой портфель. Вот такой портфель, вот такая вот сумка к нему идет. И это все одним комплектом. Ссылка будет в описании. Не забывайте подписываться, ставить лайк. До новых встреч и удачных покупок!